Полковник Мамура. Опасный преступник уезжает. Полковник Мамура, блядь. Опасный преступник. Нам нужно срочно. Срочно, блядь, догнать человека. Ты сейчас нахуй рудак прошибу, съебался нахуй. Догнать перед человека, блядь. Тебе ебало сейчас разобьёшь. Я говорю, догнать. Полковник Мамура. Че ебан? Еблан. Сотрудник. Закусился на сотрудника. Закусился на сотрудника. Какой ты право имеешь? Да, снимай. Отойдем. Куда отойдем, ёб? Да ты ляжешь, нахуй. Да? Отвечаешь? Да. Давай спорим. На десятку. Да. Ты что хочешь? Лезь прям тут. Слышь, давай, нахуй ты выебаешься. Нахуй ты выебаешься. Пошли, мартышка. Какая мартышка, ёб? Себя пошли, потяни за хуй. Только пробью, и ты ляжешь. Нахуя? Я тебе руками даже не прикасался. Велосипед. Я же не угнал бы его, блядь. Это же надо быть ебанутым, чтобы угнать его, да, правильно? Да таких, как ты, дурачок. Такой хуйни не будет в центре города. Поверь мне, блядь. Честно. Здесь бываю, я, в принципе, понимаю, что вы можете выкинуть. Я тебе отвечаю, я буду следить за твоим творчеством. Да. Я вот, запомни меня. Запомнил без тебя. Без одежды. Я тебе, хочешь телефон обменяюсь, я тебе ебало сломаю. Давай. Давай, сломай. Записывай. Сто пудов, нахуй, сломается. Я так и знал. Клоунаду устроил здесь. Бля, очки сломал, сука. Вань. 27 Heartbeat. Ты в МТС звонишь? Да нет, что, не переживай. Я, в принципе, по идее, это что-то выложу. Ну, ты сам найдешься. Ты заметил, я тебя ни разу не ударил. А ты меня пытался раз 10 ударить. Я уже понял, что камера, я тебя хотел уже. Потом зачем? Понял, что вы снимаете. Ну да, мы а же не дерем. Зачем вы это делаете? Мы не деремся с людьми. Ты пытался меня положить. Ты ко мне подошел. И что, а то ты такой, что нельзя? Ебу, ты че? Три года ты кто такой, бля, ебать? Так а ты кто такой, чтобы я не подходил к тебе? Ты обычный ты человек. Ты подошел, велосипед пытался у меня угнать. Ну, а? Пиши заявление в полицию, пытались угнать. Если ты хочешь вот так поговорить, давай я сейчас оставляю, посмотрим, как ты меня рубанешь. Слушай. На десятку ты говоришь. А зачем посмотрим. Тебе это надо? Там отойдем, ты мне расскажешь, кто ты такой, чтобы... И что это решит? Ты вот это, блядь, тут стоишь. И делаешь... что это решит? Что это решить? Потом ничего. У тебя удовольствие отпадет. Какое удовольствие? На ютубе ее вбивай. Значит, ты не попадал, блядь. Под отвечаешь. Хаосом, ебальник. Пошли, пидора, не пидора. Ну ты не попал в него. В облаком. Опа, 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 начали продавать, да, опять? Начали. Кто продавал? Начали продавать опять. Опа, опа, опа. Опа, опа, начали, он опа. Опа, начали. Опа. Опа, нахуй, краба включил. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Я хуел. Вызывайте мусора, меня бьют. На поливание гильотину взялся, Хабиб. А, ногой, да? Давай ногой попробуй. Он, блядь, по-любому поест, нахуй. Ебать, он хотел глаз. Кто ударил? Я. Кто ударил? Я. Ты черт ударил? Он ударил. Ты меня ударил. А? За что это ударил? Глаз ударил меня, ёпта. Вот этот хуй. Ты что меня ударил? Я тебя не ударил. Слышь, на видео все есть, ёпта. А что налетел? Я тебя трогал руками, ты. А я тебя тоже не трогал. Хуел, блядь. На, мой капюшон. Спасибо. Блядь, синяк будет. Да? Да. Ты что хотел? Сюда. А? Сюда? Вчера. Да, чё? Да. Чили не чили. Чё, на себя вылил акс? Это хороший дух. Какой дух? Ты акс Шанель, на себя вылил? Шанель. Что ты пиздишь? Шанель. Честный Шанель. Коко Шанель. Коко, да, Коко. Ох, бля. Ой, блядь. Ох, бля, да. Как дела у тебя? Зашибись у тебя как? Заебись.
Рамки хуя... снимает. А нахуй я обсыпал? Дал снять? Дал снять тебе хоть? Да, я все снял. Ошибись. Ну ты не переживай, все нормально. Не, не переживаю. Я тебе просто так скажу между нами. Че? Ну, это не пранк. И даже не шутка. Ну, поступок такого мудака. Дауна конченого, понимаешь? А что ты меня в ЧС кинул? Потому что ты долбоеб. Что я могу сделать здесь? А ты знаешь меня? Конечно. Как ты знаешь? Местный даун, который ходит и обсыпает людей. Популярно. Нет, нет. И за счет этого ты не станешь никем. Нет. Чувствовать такое будешь, понял? Сейчас. Это, подними мой портфель, пожалуйста. Подними свой портфель и свою, блядь, честь и достоинство да тоже ладно. Подними. Да ладно. Ты неадекватный. Там не была постанова. Ну, была бы моя воля, я бы тебе сломал бы голову. Просто ну, не конечно, хочу этого потому делать. Потому что ты так же поступал, как что и я сейчас, что? Что? Как я поступал? С Афони, блядь. С какой Афони, блядь? Твой друг, близкий, нет. Брат твой. Да иди нахуй отсюда. Да конечно, все. Блядь. Неадекватный, блядь. Спасибо. Придумай что-то спасибо. Свое, нахуй ты повторяешь я за всеми. Свое. Ты придурок, блядь. Нет. Ты повторяешь за теми, кто смог это сделать. Ты берешь, делаешь то, что я уже давным-давно сделал. Пытаешься сделать так, как я делаю. Это не посвящение. А что ж ты тогда? Нет, да, так конечно. Не делается, блядь, в 2020 году. Иди а ты знаешь меня, что иди я иди отсюда по-хорошему. Да не, я пойду. Я тебе говорю, просто уходи по-хорошему, блядь. Ненормально. Пока ты не вывел, блядь, меня. Уходи, я так тебе говорю. Ненормально. Ты будешь виноват, ты уже не прав. Все, кто меня смотрит, даже если бы я вставлю, мне не стыдно. Вставлю, тебе скажут, что ты придурочный, блядь. Пусть говорят. Как-нибудь оригинально как бы пошутил, ёпта. Сделал бы так, чтобы это было смешно, а не подошел обсыпать. Обсыпать любой может, любого, ёпта. Ну любой. Что? Ну да, да, ёпта. Иди, поучись этому. Посмотри, блядь, чем я занимаюсь, что я делаю, как я снимаю. Если бы я был с семьей, с дочкой, с женой, я бы тебя убил бы нахуй был. Вообще, блин. Просто уничтожил бы. Подожди, я тебя уважаю. Я, давай, давай, я давай ждал, не будешь этого. Да, мама твоя ушла. Какая мама твоя? Это моя бабушка, ёб, бабушка. Мама. У меня нет Стой. Родителей. Ты даже этого не знаешь. Ты долбоёб. Знаю, давай, до свидания. Вот. Я просто держу себя в руках. Потому что я, блядь, своеобразный и держу себя в руках в нужных моментах. Не делаю а так. Я тебе, ну что мне, блядь, не с тобой говорю, делать? Что ты дурак, ну ничего типа, с тобой не делать. Понимаешь? Так не надо было делать. Да ладно, не так надо. Не надо было делать, я поверь мне. Я тебе писал. Ты меня в ЧС просто кинул. Ты придурочный, так нельзя делать. В ЧС не просто так людей бросают. Ты... Значит, ты неадекватный, подожди. Блядь. Да, понимаешь? Конечно, ты неадекватный. Я тебе нормально и писал. И вот этот тип, который ходил за тобой и со мной что-то там хотел, тоже неправ, блядь. Вы вместе, да? Нет. Что, вот, честно говоря, я его подними просто... мой рюкзак. Нет, это потому что я его здесь нашел. Я его даже не нанимал, чувак. Познакомились здесь, да? Да. Познакомились здесь. Да, клянусь. Неадекватно. Смотри. Он сам себя опозорит. Не, ну да, так конечно, не делай. Бля, как хотелось мне его сейчас угандошить. Пизда. Я так себя в руках держу сейчас, блядь. Правильно сделал. Я камеру хотел сначала отобрать. Думаю, ладно, пусть оставит. Понимаешь, блядь, разница такая, блядь, между долбоебом, блядь, и тем, кто этим занимается. Блядь, испортил, сука, пиздатую куртку, блядь. Проходи мимо, ты смотришь. Куда ты идешь, ёб ты? Маску одень. Маску одень, бородат. Ты чё, ёб? Язык за зубами держи, маску себе одень, понял, блядь? Борзый? Пришел, блядь, здесь я снимать, блядь? Сказал. Я тебе сейчас, блядь, сам скажу, я маску себе сказал, одень. Я пусть выебаться, маску одень. Ты... Сам маску одень, блядь. Орёшь, не на того напал. Да мне похуй. Мне похуй. Я тебе что сказал? Мне похуй, я тебе еще раз сказал. Маску ты одень, блядь. Маску ты одень. Хочешь выйти, снимай, выйди, блядь, один на один. Ты чё? Смотрите, люди смотрят на вас. Вы сейчас драк здесь устраиваете. Не нужно драк никаких устраивать. Хорошо, не будет, все. Давай, все, чё ты... Договор... Все, все, поняли, поняли, не будем. Теперь просто будет разговор чуть-чуть да. На повышенных тонах. Здесь не нужно этого. Все, не надо, заберут нас. Противоправные действия сейчас. Понял, все. Бать, он меня воткнул, нахуй. Я тебя повалил. Еще давай.